Всем привет, ребята, с вами Даша Таран и Степан. Сегодня мы снова снимаем видео вместе. Извините, если что, но сегодняшнее видео будет полностью на русском языке. Russian language only. I'm sorry, guys. Так как вам понравилось предыдущее видео, мы будем снимать новую часть. Только сегодня я буду перевоплощать Степу в меня. И я буду делать ему мой любимый повседневный макияж. Are you ready? Первое, с чего я начинаю, это кушин. Я обожаю кушин, это очень удобно и быстро. Это у нас кушин от Nature Republic. Новый совершенно. Я его еще не использовала. Из-за того, что я недавно болела, пока я буду красить Степу, я буду в маске, чтобы на него слишком не дышать. Ты уже достаточно надышала. Ау! Вау! Да, можно сильнее бить. Так кушан и надо так вбивать. О, рука устала. Мне устала рука уже. Under eyes. Very nice. Under eyes. Nice. Nice. Ow. I'm sorry. У меня губа пропала. После кушина я нанесу немного пудры. Блин, я правда не спал 3 дня. После кушина я всегда себе наношу консилер. Я буду использовать вот такой консилер, самый светлый. Это как раз таки, чтобы замаскировать круги. И также я наношу вот так на нос. Так я его визуально сужаю, как сюда, чтобы тут красоту убрать. И сюда. И приступаем. Ого! Он оказался светлее, чем я думала. Кажется, я что-то... Вау, ты похож на айдола сразу. Далее, ребят, я буду использовать мой любимый контуринг от Too Cool For School. Сейчас мы тоже Стёпе будем контурировать нос, так как я это люблю делать на себе. Я смешиваю так вот 3 цвета. Я просто вспоминаю, как я тебя красил. А ну-ка. Вау, офигеть! Почему это так работает? Охренеть! Я визажист, про мастер. Вау! Я думаю, что можно затемнить немного скулы, так как посмотрите, как они у него ярко выражены. В принципе, с контурингом мы закончили. Больше я ничего не трогаю. И сейчас мы будем наносить хайлайтер. Это мой самый любимый хайлайтер от Re Concept Iris. Вот так он выглядит. Я буду использовать самые светлые оттенки. Что за слова? Я беру хайлайтер, наношу на спинку носа. Тёпа, а ну-ка. Шикарно. Итак, ребят, вы все помните, как я люблю румяна. И сейчас я буду наносить мои самые-самые любимые румяна, оранжевые. Я очень люблю оранжевые оттенки макияжа. Ну, я люблю, когда румян много, ребят, поэтому мне так нравится. И сейчас мы будем переходить к макияжу глаз. Я буду использовать 3 вот такие палетки. Etude House, 3 Concept Eyes и, опять же, 3 цвета. Для начала я всегда делаю себе Aegeus Art. Я буду использовать вот этот темный оттенок. Подожди, я это сейчас рассушу. Это нормально, ребят. Я высветляю эту зону. Я беру самый светлый оттенок. И сейчас я буду наносить тени. Я решила использовать вот такую палеточку. Мне она очень нравится. Поехали. Да блин, ты как будто бы не человек!
Я в маске, так. Я наношу светлые блестки на нижнюю веку. Вау. Ребят, после того, как я сделала макияж глаз, я начинаю закручивать ресницы. Не больно? Нет. Отлично. Теперь используем тушь. Нет. Чуть не забыла. Мы сейчас будем рисовать стрелки. Как тебе мои стрелки? Красиво очень. У меня закончилась подводка, ребята. Но это не беда, у меня есть еще одна. Это же я. Опа, пошла жара. Обязательно орать. Вау, ребят! Да ты что? Ребят, мы почти закончили. Нам осталось использовать тушь. Это моя одна из самых любимых тушей. Wake Make. Стой, я сейчас мрагну. Я хотела вам сказать, что я люблю красить только верхние ресницы, нижние я не трогаю. Наш завершающий этап – это помада. Я использую карандаш для губ и саму матовую помаду. Стёп, чё у тебя такие губы сухие? Надо увлажнять. Мы одинаковые. На этом мой макияж, в принципе, окончен. Пишите в комментариях, если я что-то пропустила или забыла. Но я просто поражена, насколько Стёпа красиво выглядит, прям как я. Мне кажется, я все выполнила очень даже неплохо для первого раза. Как вы думаете, мы похожи? Ну, я лучше, очевидно. К сожалению, да. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и на наши инстаграмы. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующем видео.